Министерство обороны к понедельнику должно завершить выплаты семьям погибших и пострадавшим при обрушении казармы в Омске. Распоряжение сегодня отдал Сергей Шойгу на коллеги ведомства. Заседание началось с минуты молчания в память о 24 десантниках, ставших жертвами трагедии в ночь на 13 июля. Специалисты пришли к выводу, что здание, в котором 2 года назад допустили нарушение при ремонте, было и построено с недочетами. Несущие стены сложили почти без раствора. Военные отныне будут более жестко контролировать качество строительных работ. Кроме того, проверят подрядчиков. Мною дано указание расторгнуть договора субподряда с Ремэкстроем. Организация весьма сомнительная, и надо посмотреть по всем нашим стройкам подобного рода организации и, естественно, навести порядок. Контракты все расторгнуты, штрафные санкции выставить с учетом всех наших затрат по материальному ущербу. Безусловно, оказать всю помощь следствию, и мы должны это сделать, в том числе для того, чтобы впредь подобных ошибок не повторять. Напомню, по делу о халатности, нарушении правил безопасности и о превышении полномочий арестованы директор компании «Ремэкстрой», которая проводила ремонт, и начальник учебного центра ВДВ. Рухнувшую казарму снесут, на ее месте появится часовня или памятный знак.